Привет, мой любимый зритель! И кто зашел на канал? Еда со смехом, норики, я тебя люблю! Норики, я тебя люблю! Сейчас, короче, я не буду богословить, потому что алкогольные будут сейчас. Смотрите, что будет. Вот это бутылочка Арс. Она такая, я Сашке налью, то скажите, что Сашке налью. Вот такая бутылочка, да. Вот такая бутылочка 3. Любая фигура засани. Вот такая, короче, котлеточки мама готова. И такие чипсики-колесики. Ну что, поехали. Котлеточки грей, ешь. Поставь, пожалуйста. Что-то не согреет. Ты что ты сюда наклал мне? А, котлету закрой, я не закрыл, забыл. Зеленые. Какие зеленые? Вон те котлеты не закрыл, зеленая тарелка. Не сюда. Давайте за тех, кто в море. Мам, смотри, как я пью. Мам, когда ты меня рожала, тоже так пил? Что алкаша себе ставишь-то, да? Я панк, ой. Не ори, пожалуйста, еще. С чем ты говна купил это? Ой, бля. Клево. Как это... Арматуха какая-то. Нормально. Ее тоже понравилось, говорит. Клево. А я раньше, короче, когда к серпозе ездил. Ну, серп, знаете, серп могильный. Короче, к одному составе жил. Ну, сейчас живет. Раньше ездил. Я постоянно зайду, короче, куплю бутылочку к нему еду. Он сам 5 рублей стоит. А сейчас что? А сейчас она, короче, 84 рубля стоит. Нормально. Кстати, я после того, как это сковородка уебала эту раз, после ее за жопу подрала, у меня тут, короче, это щека немевшая. Все, я инвалид. Нулевая группа! Сектор газа! Короче, вчера по Камске я сью, ну и это моя помощница. Она так изредка снимает меня. Сидели, короче, березовые рощи. Ну я чуть налю. По Камске она там как своей стаей бабушка разговаривает с тетей. Я, короче, бутылку охуел, она говорит, нихуя себе, ты пьешь. Так что я вес... Я вес в Наполеона. Ну, Наполеон, знаете, кто такой? Это мой дедушка, ну. Из Чикатило мой дедушка, да. Ну что ты, бабка, говоришь, что не мой дедушка? Говорю, мой дедушка, бля. Хочешь-то на, откуси. Грынки. Так говорю. Кстати, вчера, когда девчонка приехала, ну, ей 32 года, за свинками. Мне сейчас будешь пиво? Я говорю, да нет, я не буду пиво, не хочу. Нахер мне это пиво обоссался. Я буду сейчас все, короче, вина, короче, на соке и пина. Ну, блядь, пиво что-нибудь какое-нибудь такое четкое буду. В это не буду. Ни гуся, ни жигрёзка, ничего. Опа. Я тест на беременность купил. У меня живот, представляете, живот растет. Ну, я поэтому тест купил на беременность. Это просто капец. Иди отсюда. Представляете, в наглую, чисто в наглую пошел. Я вообще в шоке. На Ленинской 24 рубля стоит, представляете. Дешево, бля. Бля, панк модет вообще. Сука. Кто панки? Пишите, хой-ха. Кто, короче, сырно, сметана и грибное. А здесь? На. Бля, в этом видео хотел не пернуть, обратно пернуть. Ну что, обратно кто это отписывает? Ну отписывайте! Значит, вы так хотите, чтобы я эту курицу в банке поел? Да не, блядь, бабка, я тебе говорю, не стеклянный, а банки, где деньги дают, где мани, и полные карманы, пол шестого время, пора давить корову. Му, та-та-та, му, бля, на туре с тобой играю. За коней ко мне мы побахаем.
А девочка та. И тот паренек из школы Нава. Оркестра. Ну. Ну. На. Не. Бабарыкин, да, бля, струны мои, короче, пропали на. Украли мои струны, сука. А деньги, они деньги мне вернут. А сказать, деньги на базу. Две партии струны. Только я не помню. А, да, это же Скиви. С доната, прикинь, люди на донат, я струну купил. Гитаре, да. Анархия, панк на дед. Панк на дед, моя стихия. Панк на дед. Он и что? Не, мы вчера с Ию погуляли так клёво на Тихоокеанском, бля. Нормально. Там. Кстати, у меня носки нормальные. Бля. То прочёл, что написано, тому привет передам. Не за 100 рублей, а за бесплатно привет передам. Все, что на видео. Шумел камыш, березы гнулись. А нитка темная была. Я напишу то на заборе. Любимая, люблю тебя. Я напишу, блядь, на заборе. Любимая, люблю тебя. А кто-то с горочки спустился. Наверное, милый, мой идет. На нем защитная гимнастерка. Она меня с вас ведет. Бывало так, березы гнулись. И тупый, сука, срубили там. Я напишу, то на заборе. Ты сны, натуре, я хочу к вам. На реке, на фане, блин, и украли, блин. Вообще на туре, сука, она такая маленькая была, приходит, блин, и говорит, а на турке. Я говорю, какие нахуй на турке? А говорит, мазяня. Я говорю, какие нахуй мазяня, блин, украли. Она говорит, ты же воду купили. О, блядь, десантники, блядь, падают, блядь, так нельзя, барбуза. Ты же что, поспи нормально. Я блок подрыву, я буду спать, блядь. Не будет пизду дарять блоки, блядь. Блоки, они парашютисты, блядь. И Гена тоже с нами едет, а? Что, нравится, когда таким голосом говорю? А, кстати, это, как у Олежка Чипик, он вообще как в воде говорит. Говорю, Олежка, когда мы играли в это как у это гоняшки, он на дерево залезет, блядь, из дерева срет, блядь. Это Олежка Чипик зуба, блядь. Он на паде живет. Блин, к ним пойдешь, он целит, бля, падает, говняшка, бля. Да, говняшка такая, ты, бля. Да. Кто там? Что случилось? Короче, да, шумел камыш, березы гнулись, а натка темная была.
Я напишу, блядь, на заборе. Ты, сука, я люблю тебя. Масяня с нами, то не едем. Боярский там, зеленоглазое такси. А Пугачёва уже с Киркоровым. Да та-та-та-та-та-та-та. Хочу я к велику стучаться, а велик-то уже умер. Нету велика, блядь, он умер, блядь. Велик умер, блядь. Чё ты говоришь, что не умер, блядь? Умер велик, блядь, велика уже нету. Велик умер, блядь. Велик умер, блядь. Цак-цак, герой, себя сам. Я хочу сломать свою кровать, чтоб на ней мне больше не лежать. Я хочу сломать свою кровать, чтобы больше мне не спать. Маленький Анатолий, Анатолий ходит нынче без трусов. Смотрите, пришел Мафаник. Мафаник пришел, бля. Ай, бля, Мафаник. Мафаник пришел. Да быстрее, бля. Не сильно, бля. Мафаник, бля. Мафаник, бля. Ты что? Пишешь котлетку, бля. Котлетка, бля. На, Мафаник. Ой, мамай, ой, блядь, это лисы прибегут! Ебать, это котлетку! Они все такими глазами, блядь! Такие бегут, блядь! И говорит, мамай, ой, блядь, тут драки, блядь! Я не боюсь! Ой, мамай, блядь! Я просто в ахуе, мамай, блядь! Почему мафаники тут лазить? Где? Мафаники. Где? Иди, иди. Давай слазь. Так. Вот такие, короче, я витаминочки купил. Фоксику маленькую. Там, короче, надо купить. Им сотеньки на себя сразу, блядь! Когда умру, блядь, мне Бог скажет, ты шо, блядь?
Тебе еще налить? А? Алло? Все. Налить еще? Сейчас мафанику налей. Спотный, блин. Нет, это еще нормально, а так, короче, вообще капец. Да это хоть это, как вот турка, это та вообще. Но ю понравилось вчера. Ну и сейчас это, если я потом, когда пойду покупать, если этого не будет, я буду покупать туда сангари, на сангари приеду. А надо тестер купить. А если я это пью, а пью, у меня живот рос. Тест покажет, что я беременна или нет? А? Там же женский ген. Бля, почему женский ген? А почему нахуй нету этого женской чебурашки? А? Вот гена, ген везде есть, а вот чебурашка нахуй нету. Блять, кстати, короче. Так, котлетки еще есть? Ну, надо еще бутылочку начать. Давай, давайте за вас. За вас то море. На-на-на-на. 84 рубля, прикиньте, стоит. Не. Пиво, если я буду пить, только какое-нибудь такое. Не буду я больше гидропаки эти покупать. Капец. Мне живот нахуй, блядь, я тест на беременность купил, представляете? Это просто полный капец. Мужик купил себе тест на беременность за то, что я, короче, это, пиво нахуй. Это капец. Это просто, блин, я вообще про, блин, Вовик. Я просто не понимаю, почему. Почему я пиво пил, бля? Ты купил себе тест на беременность. Вот почему, бля, люди, скажите. Все, я нахуй, бля, я пиво больше не пью. Я не хочу, чтобы моя любимая мне животик поднимала и говорила: Валера, ты где, блядь? Зеркало подходит такой: а, Валера, ты живой, да, ты дышишь, или давление померули, Валера, бля. А, она, бля, свой кордуцион, бля, там, мама, бля, а Настя, бля, Настя там в шоке, бля, а он идет, бля, с мамой, бля, а Валера, бля, в шоке, Валера, блядь, и Настя, они сделали тузу, бля, и появился склеп, блядь, вот так вот, блядь, знаете, почему склеп появился? Валера и Настя сделали тузу, блядь, и склеп появился, а склеп красивый, блядь, и милый, блядь, ну это... Знают не все, все говорят, пидорас, блядь, это он, блядь, недоучка, блядь, нехватка мозга, блядь. Сука, меня прежде чем обсуждать, одень мои ботинки, блядь, и пройди мой майвей, блядь, мои пыльно. И тогда ты просто охуеешь. И скажешь: блядь, нихера себе, а я бы повесился бы на его месте. А я нет, блядь! Вот так вот! Сейчас скажете: о, я свинок продал, да? Сидишь, пропиваешь деньги, да, блядь? Свинок продал, пропивает деньги, блядь! Да! Да!
Вот так вот. А вы знаете, что Пурген, короче, это... Альбом один записал на продажу крыс. Отгад, блядь, ты за какой же, блядь? Нет, нахуй, я только забиваю, ну. Скажешь, на панике. Такие, блядь, тебе девушка никакая не даст, блядь. А чё она меня должна давать, ну? Чё? Наша девушка, бля. Это как некоторые... Кыс-кыс-кыс-кыс, блядь! Какая кыс-кыс, это человек, нахуй! Они... Кыс-кыс, блядь! Ты долбоёб, понял, а не это! Кыс-кыс, это кошку, блядь! Сука, когда ты говоришь кыс-кыс-кыс! Сколько кошек прибежало, когда твою кис-кис, блядь! Короче, подписывайся, жми лайк, и я пошел, я буду ролик закинуть. Пока!